Мам, ты чего? Ты же мама, я не буду с тобой бороться. Что, боишься? Это победители конкурса комментариев в прошлом ролике. Поздравляю вас, вы красавчики. А если ты хочешь попасть в мое следующее видео, как эти красавчики, то пиши крутой комментарий. И если он останется без единого лайка, то ты попадешь в следующий ролик. Короче говоря, поспорил с мамой. Это было 5 августа, или 6, а может 7, без разницы. Потому что за компом числа, дни недели, смена дня и ночи проходят незаметно. Я играл уже не помню какой день подряд, наверное 3-й. Мама на выходные уехала к подруге на дачу, дед тоже не заходил, поэтому контролировать меня было некому. Так, CSGO, GTA достали. О, поиграю-ка я в War Thunder. Я играл 5 минут. 10 минут. 15 минут. Сынок, у меня такое чувство, что ты все 3 дня из-за своего компьютера не вставал. О, мам, ты уже приехала. Я-то приехала, а ты сутками сидишь играешь. Ты что, мам, это же военный Action War Thunder. В нем я не только играю, но и развиваюсь. Ведь здесь теперь доступен императорский флот Японии. Я познаю всю мощь первых тяжелых крейсеров в игре. Представляешь, они огромные, как Годзилла. Я прохожу путь от классической техники до сверхсовременных боевых машин. В War Thunder сотни танков, самолетов, кораблей и вертолетов разных наций. Я прокачиваю и изучаю новые технологии, настраиваю внешний вид техники. Смотри, здесь есть крутые скины и декораторы, которыми я выделяюсь на фоне других игроков. Мам, в War Thunder можешь поиграть и ты. Участвуй в масштабных сражениях одна или с друзьями. Здесь началась глобальная мировая война с историческими битвами по всему земному шару. Просто выбери точку на глобусе, вступи в схватку и измени ход истории. Получай награды и достижения за победы и не стой в очередях. Игра запускается почти мгновенно. Ну а топовая графика и реалистичный звук погружают с головой в кинематографичные баталии. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Давай, доигрывай и марш! Обеды, 3 дня ничего не ел. Я встал с кресла. Да уж, а всего ведь полгода назад оно было новое. Лайки, твоя работа. А ладно, беги-беги, жирненький. Сынок, посмотри, кто там. Конечно, кому же еще дверь открывать? Внучок, ты дома? Это хорошо. Ох, дай-ка я пройду. Дедушка, а ты чего, в контру играешь? Степаныч, Степаныч, давай заходи с ботами, потренируемся. Пока раунд экономим, бабло бережем. Дедушка, ты чего меня не слышишь? Дай поиграть, это мой компьютер. Ну чё, давай, не мешай, видишь, какая катка потная выходит. Да какая катка? Ты с ботами играешь. Много ты вообще понимаешь, не мешай. Вы что тут орете? Мам, дед мой компьютер забрал, поиграть не дает. Сынок, ну какой тебе компьютер? Во-первых, ты еще не поел, а во-вторых, ты и так все выходные играл. Все с вами понятно, сговорились против меня. Лучше буду кашу есть, чем с вами общаться. Она тем более такая вкусная, на воде, без сахара. Сынок, смотри, у меня для тебя интересное предложение. Хм, хитрый взгляд, мама что-то задумала, руки за спиной. Она что-то скрывает или держит в них? Молоток? Нет. Топор? Наверное нет. А может новенький айфон? Какое предложение, мам? Предлагаю спор. Если ты поборешь меня на руках, то можешь играть в компьютер хоть весь август. Мам, ты чего? Ты же мама, я не буду с тобой бороться. Что, боишься? Если я выиграю, ты вообще не будешь играть в компьютер до сентября. Да легко, пошли бороться. Мы с мамой дошли до комнаты. Поставили стул. Ну давай, на раз, два, три. А что это тут задумали-то? На руках бороться? Ну ладно, мать, ты-то что, тебе не стыдно? Ты ж пацан! Да я-то что, дедушка? Мама сама предложила, у нас спор. А, ну так у вас спор? Тогда давайте по-взрослому. 3 испытания. Вот сейчас придумаю. Дай бог ума. О, поедание пирогов. Уборка дома, а потом уже и на руках боритесь. Ну что, все согласны? Да дедушка, мне все равно, где ее побеждать. Да, пап, так будет справедливо. Вот и сразу про наказание. Если выиграешь ты, внучок,
Тогда мама к тебе целый месяц не подходит, вообще тебя не трогает. Играешь и делаешь, что хочешь. Но если выиграет мама, то ты дома и убираешься, и вообще во всем помогаешь, и к компьютеру подходишь только на час в день, не больше. Пап, давай, чтобы вообще месяц не подходил к компьютеру. Да ты что, точнее, он же так умрет. И ничего не умру. Ну ладно, хорош уже трепаться, поехали. Испытание номер один. Кто больше съест пирогов за минуту, тот выиграл. С капустой, мои любимые. Ну все, точно выиграю. Ты готова? Готова, пап. Ты готов? Конечно. Поехали! Я съел один пирожок. Второй, третий. Начал есть четвертый. Стоп, время! Ты съел три пирога. 3,5. Это не считается. И мать ты! Но дедушка, она же доедает сейчас. Нечестно. Что это теперь, подавиться что ли? Ладно, так и быть. Ты выиграл. 1-0. Ну что, второй раунд. Кто лучше уберется в комнате, тот и выиграл. Ты убираешь эту половину. На вот. А ты эту. Время у вас 2 минуты. Поехали! Я взял тряпку, вернулся в комнату. Мамина половина, конечно, легче. На ней только диван и шкаф. А на моей компьютерный стол и окно. Ну ничего, это же моя комната. По-любому выиграю. Ну что, готов? Готово! Время! Я быстро протер стол, монитор, клавиатуру, мышку, коврик. Мама протирала шкаф. Я протер сам компьютер. Микрофон, кресло, подоконник. Мама протирала диван. Стоп, время! Ну что, давайте проверим. Сначала у мамы. Чисто, чисто, везде чисто. Теперь у тебя. Чисто, чисто. Ну-ка, брысь. О, а это что? Это что за волосянки и пыль? Грязно! Но дедушка, я не видел под котом. Видел, не видел, неважно. Есть пыль, нет пыли. У нас победила мама. Поздравляю! Блин, дед явно ей подсуживает. Осталось всего одно испытание. Надо к нему как-то получше подготовиться. А то играть по часу в день до сентября мне очень не хочется. Дедушка, мне нужен перерыв 5 минут перед последним испытанием. Ладно, 5 минут я засек. Давай. Я пошел в комнату мамы. Нужно хорошенько размяться перед борьбой. Я покрутил рукой в одну сторону, в другую. Отжался 10 раз. Фух, ну вроде все. Я в полной боевой готовности. Пойду выиграю маму и заберу свое право играть целыми днями. Ну что, ты уже готов? Да, дедушка, всегда готов. Ну ладно. Вот, садитесь за стул, ставьте локти, ровно, ну поровнее, что-то криво-то, вот, вот, вот так, вот, мне виднее. Дедушка, что хорошего-то, неровно же взялись, у меня рука уже почти лежит. А то я не вижу, все-то ровно, хотя ладно, вот, вот где-то так. Ну что, все готовы? Готов? Раз, два, три, погнали! Ну чё, качок-то там? Опа! Ну что, идёшь убираться в зале? Для начала, потом за книжки! И компьютер не больше часа в день! О, а я поиграю! Ну нет!
Внимание! Я провожу конкурс в моем инстаграме. Приз 1000 рублей. Для участия в конкурсе вам нужно подписаться на мой инстаграм, поставить лайк на последнем фото и написать любой комментарий. Победителя объявлю в одном из следующих роликов. В этом ролике спрятаны две пасхалки в виде бананов. Если ты подпишешься на канал, поставишь лайк и в комментариях напишешь время, где спрятаны бананы, то станешь участником розыгрыша любого набора стикеров ВКонтакте. Победителя объявлю в следующем ролике. Ну а в прошлом видео она была в моей комнате и на асфальте. Победила Алишка. Поздравляю.